Всем привет! Хочу вам рассказать, как связать такой вот узор. Раппорт его состоит из 13 петель и 20 рядов вверх. Для узора набираем 15 петель. Это входит 13 петель. Это ряд раппорта и плюс 2 кромочные. Первый ряд раппорта, кромочная, снимается, провязывается 6 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 лицевая, 6 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, 6. И кромочную мы провязываем изнаночной. Второй ряд вяжется по рисунку. Третий ряд раппорта. Кромочную снимаем, провязываем 6 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Из одной петли вывязываем 7. Петля, накид, петля, накид, петля, накид, петля. 6 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Кромочную провязываем изнаночной. Дальше переворачиваем и вяжем четвертый ряд раппорта. Кромочную снимаем, провязываем 6 лицевых вот по рисунку. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Кромочную провязываем изнаночной. Переворачиваем и провязываем пятый ряд раппорта. Кромочную снимаем, провязываем 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. 2 вместе провязываем лицевой за переднюю стенку. Пять лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. 2 вместе лицевой со средины, 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. Кромочную провязываем изнаночной. Переворачиваем и вяжем шестой ряд раппорта. Кромочную снимаем, провязываем 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. 3 изнаночных. 1, 2, 3. Делаем накид, изнаночная, накид, 3 изнаночных. 1, 2, 3. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Кромочную провязываем изнаночной. Седьмой ряд раппорта. Кромочную снимаем, провязываем 4 изнаночные. 1, 2, 3,
4. Дальше 2 вместе лицевой за передние стенки. 2 лицевые, 1, 2, изнаночная, лицевая, изнаночная. Дальше провязываем 2 лицевые и 2 вместе лицевой со средины. 4 изнаночные, 1, 2, 3, 4. Кромочную провязываем изнаночной. Восьмой ряд раппорта. Кромочную снимаем. Провязываем 4 лицевые. 1, 2, 3, 4, 3 изнаночные. 1, 2, 3. Делаем накид. Провязываем изнаночная, лицевая, изнаночная, накид, 3 изнаночные, 1, 2, 3, 4 лицевые, 1, 2, 3, 4. Кромочную провязываем изнаночной. Переворачиваем. Провязываем 9 ряд раппорта. Кромочную снимаем. Провязываем 3 изнаночные. 1, 2, 3. 2 вместе лицевой со средины. 2 лицевые, 1, 2, 2 изнаночные, 1, 2, лицевая, 2 изнаночные, 1, 2, 2 лицевые, 1, 2. 2 вместе лицевой со средины, 3 изнаночные, 1, 2, 3. Кромочная провязывается изнаночной. 10 ряд раппорта. Кромочную снимаем, провязываем 3 лицевые, 1, 2, 3, 3 изнаночные, 1, 2, 3. Дальше накид, 2 лицевые, 1, 2, изнаночная, 2 лицевые, 1, 2, накид, 3 изнаночные, 1, 2, 3, 3 лицевые, 1, 2, 3. Кромочная провязывается изнаночной. 11 ряд раппорта. Кромочную снимаем. Провязываем 2 изнаночные. 1, 2. 2 вместе лицевой. И еще раз 2 вместе лицевой. За передние стенки мы их провязываем. Дальше 3 изнаночные, 1, 2, 3, лицевая, 3 изнаночные, 1, 2, 3, 2 вместе лицевой со средины, 2 вместе лицевой со средины, 2 изнаночные, 1, 2. Кромочную мы провязываем изнаночной. Это мы провязали 11 ряд раппорта. 12 ряд раппорта. Кромочную снимаем, провязываем 2 лицевые, 1, 2, 2 изнаночные, 1, 2, накид, 3 лицевые, 1,
2, 3 изнаночная, 3 лицевые, 1, 2, 3 накид, 2 изнаночные, 1, 2 и 2 лицевые, 1, 2. Кромочная провязывается изнаночной. 13 ряд раппорта. Кромочную снимаем, 1 изнаночная, 3 вместе провязываем лицевой, 4 изнаночные, 1, 2, 3, 4, лицевая, 4 изнаночные, 1, 2, 3, 4. 3 вместе провязываем лицевой, изнаночная, кромочная провязывается изнаночной. Это мы провязали 13 ряд раппорта, 14 вяжется по рисунку. 15 ряд раппорта, кромочную мы снимаем, провязываем 6 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Дальше из одной петли вывязываем 5. Это у нас будет шишечка. 1 накид, 2 петля накид, 3 петля. Это получится 5 петель. Дальше мы разворачиваем. И эти 5 петель мы провязываем изнаночной. 1, 2, 3, 4, 5. Обратно разворачиваем. Провязываем 2 вместе лицевой со средины. 2 лицевые и 2 вместе лицевой. Обратно разворачиваем и все эти петли провязываем изнаночной. Вот 3 петли. Дальше опять разворачиваем. Вот такая вот получилась шишечка. Снимаем ее на правую спицу. И дальше вяжем 6 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Кромочную провязываем изнаночной. 16 ряд вяжется по рисунку. 17 ряд раппорта. Кромочную снимаем, провязываем 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. И дальше из одной петли вывязываем шишечку, так же, как я уже вам этого показывала. Вот, провязали шишечку, дальше провязываем 1 изнаночную и опять из одной петли вывязываем шишечку. Продолжаем так же, как я рассказывала. Вывязали еще вот шишечку и дальше провязываем 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. Кромочную провязываем изнаночной. 18 ряд мы вяжем по рисунку. 19 ряд раппорта. Кромочную снимаем, провязываем 6 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5,
6. Дальше из одной петли вывязываем опять шишку, как я вам показывала, как она вяжется. Продолжаем вывязывать. Вывязали вот шишечку и дальше продолжаем 6 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Кромочная провязывается изнаночной. 20 ряд вяжем по рисунку. Для тех, кто не знает, что такое вязать по рисунку, у нас 20 ряд на данный момент провязывается лицевыми петлями. Начиная с 21 ряда, узор повторяется с первого ряда. И в итоге у вас должен получиться вот такой красивый вот цветок. Всем спасибо за внимание. Смотрите мои видео и подписывайтесь на канал. До свидания.